Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на моем спортивно-игровом канале RusFFPS. И как уже догадались по названию, сегодня у нас будет прогноз-обзор, то есть прогноз до выхода матча, обзор после выхода матча. Ну, там универсально все это дело. В общем, Шахтер против Боруссии Мюнхен Гладбах. Все правильно произнес. Состав ознакомливаю. Составы 13-14, да, это FIFA 14 Mobile, но суть в том, что расстановки сил-то одинаковые. И, кстати, видите знакомую фамилию, да? Да, видите? Вот, прикольно. Против него сегодня будем молодого играть. Вот, ну что касается состава, ну, у Боруссии помощнее будет. Вот, ну не будем ничего тянуть. И сразу же, я думаю, мы... Да, овальный стадион. Сразу же мы... Начнем. 4 минуты, звезда футбола, все как обычно. Итак, это овальный стадион. Прогноз матча Шахтер против Боруссии Мюнхен-Гладбах. Выходят так, трибуны на поле приветствуют. Трибуны обязательно нужно включить. Так, 4, 2, 3, 1. Наша схема, их схема. Очень интересно, так. Какова ваша схема? 4, 4... Ну, как-то 4-2-2-1-1, как-то так, я не знаю, как это. Вот, если смотрели предыдущие ролики, где я играл также за Шахтер, ну, в общем, я там неплохо играл, вообще классно разрывал, там, например, 6-1, 4-0. Вот, поэтому, я думаю, мы сегодня тоже затащим. Вот, это все, что вам нужно знать. Вот, сегодня будет нарезка, поэтому я пока замолкаю и жду хорошего момента. Итак, была игра рукой, и нам поставили штрафной. Что-то не страшно стало сразу же. Прыжу. Вай. Вай, кто это такой смелый? Аранга. Что это за ноунейм? Во-первых, во-вторых, как он так пробил? Достойно, кстати. Наш вратарь Пятов, на секундочку, попотел. Фернандо. Адриана. Хорош. И Техейра видит все. Все. Техейра убегает. На себя берет Терштеги. Что? Выход? Нифига себе, как он сыграл. Вы видели это? Я тоже. В общем, он лучше. Итак, это прострел Фернандо. Ой, это как куда-то не туда вообще было. Вообще, я думаю, что нужно... Так, это удар, да? Ну, ладно, окей. Засчитаем за удар. Я думаю, что нужно переходить как бы в атаку немножко, да? Да. И вот там. Дуглас Коста. Опять неточная. Сколько у нас уже неточных передач? Это же пипец. Адриана. Все, забегай, давай. Куда я отдал? Да ладно, бразильская танго нафиг. Адриана, удар, но не получилось. Дальше иди. Блин, это фол. О, найс, правильно. Правильно комментатор сказал, найс. Адриана, держи позицию, держи, я тебе передачу хочу отдать. Ну, видите, ну, не держит позицию, гаденыш. Это перехват, блин, через пас выходит из обороны. Адриана себе под ногу и удар. Терштеген сейвит, Дуглас Коста выиграет вверх. Окей, подбор за нами, Фернандо, Степаненко, лонгшот. Адриана на финте, блин. Ладно, ну это была опасная атака, я вам скажу, да, неплохая. Да, ребят, я тут думаю начать карьеру, поэтому скоро будет карьера, скорее всего. Вот узнаете, за какой клуб. Пасхалка это из России. Вот. А тем временем, кручу... Так, ты да, я закручу. Вот. Чекайте гол. Да Терштеген, ну ты мог пропустить-то, ё-моё. Смотрите, какая баночка. А? Блин, к сожалению, получилось по центру. Но это, я думаю, и так неплохо. Ну, типа, смотрите. Ну, красота, да? Ворот, конечно, не летело, но угловой мы заработали. Это самое главное. Итак, Дуглас Коста, наш сегодняшний практически герой матча, делает финты какие-то никому... Ух, штанга! Ракицкий, отбери. Так, да, сюда. И удар головой. Зачем головой? Зачем нужно было делать головой? Я хотел... Ножкой пробить. Зачем это надо было делать, Адриана? Что-то не прет у него как-то. Перехват. Проблема в том, что Шахтер хорош, когда он атакует.
когда он контр... или контратаковует, атакует, я хотел сказать, да. А когда он в обороне, ну, это бред какой-то получается, потому что команда-то атакующая и доминирующая. Бернард. И это, и что? И отскок, и отскок, и гол, гол, гол! Гол! Класс. Я на самом деле хотел на Адриана отдать, чтобы он забил. То есть, рассматривая момент, вот смотрите, идет передача. Потом идет передача, ну ошибка идет, потом передача от Бернарда. Я хотел за Адриана, но здесь отскок. И я хотел здесь отдать передачу тоже на Адриана. Я не думал, что в острый угол я забью, в плане того, что ну как бы там острый угол вратарь может затащить. Но я забиваю, и это неплохо. 1-0! Эй же. Ой, какие финты! Ближний, ладно, Пятов. Угу. Ой, я, кажется, знаю, кого нужно заменить. Ну, это посмотреть, что это? Я офигел сам. Он просто тупо туда-сюда ходил и как бы, ну, видите, я еще вратаря оттянул. Но, блин, он легонечко так чпунькнул и гол. Навешивать здесь это такое себе. И пробить тоже. О, а можно вот так. А можно ты забьешь? Что ты? А, удар, кстати, я на самом деле не видел, но... угловой, и то лучше. Фернандо, пробей! Что было там? Вы видели, во-первых, на нас чуть не наехали, да? А во-вторых, удар опять... Что? Игра рукой. Понятно, судью намыло. Ну, что Адриан что-то не хочет играть. Что происходит-то? Эй, не надо. У меня даже залагало. FIFA 14, чтобы на моем телефоне залагало, это надо постараться. Смотрите, что происходит, а? Пускаем вообще в свою зону. Так. Во, и Дуглас, и Дуглас. Что? Вы видели это? FIFA реальная игра, прикол. Да, прикол в том, что игра вылетела, но я постарался и переиграл этот матч, уже нарезал. В общем, приятного просмотра, сразу же прощаюсь. С вами, в общем, досматриваем до конца, ставим лайки, подписываемся, ну, все вы знаете. В общем, уже через 3 секунды мы начинаем. Поехали!